Всех приветствую, дорогие мои, у себя на канале. Сегодня хочу вам показать и рассказать о продвижении своих работ, о том, что я тут опять начала вязать, чем я занимаюсь, что я тут перематывала, ну и обо всем понемножку. Так как сейчас у нас уже конец июня и 23 число, я до конца месяца или даже до середины июля, скорее всего, могу не появиться на канале. Ну, такой незапланированный у меня будет отпуск. Поэтому я вам сейчас все это покажу, а уже с последующее видео, ну, в следующий раз уже выйдет вязальный влог, уже, может быть, с какими-то готовыми работами. Может быть, что-то успею довязать, а может быть, вообще ничего не буду вязать. В общем, вот такие обстоятельства. 2 недели у меня будет незапланированный отпуск от снятия видео. Ну, попробую вязать по мере возможности. Может быть, буду вязать какие-то мелкие детали, а может быть, наоборот, что-то такое, что просто вязать по кругу. Ну, может быть, еще будет такая ситуация, что будут выходить какие-то старые видео, которые буду вытаскивать из архива, то есть для тех подписчиков, которые недавно у меня появились на канале и старые видео, естественно, не смотрят. Так вот, если нарвутся, как говорится. В общем, на этот счет не обижайтесь. Все-таки лето, отпуска, каждый живет своей жизнью. Хорошо? Ну, поэтому не теряйте меня. Я думаю, что мы еще с вами встретимся не раз и будем вас радовать своими необычными работами. Но, как вы знаете, или кто следит за моим каналом, кто был у меня подписан, в последнее время у меня вышло очень много готовых плечевых изделий. И футболки, и джемпера, и еще что-то там было. В общем, кому это все интересно, можете вверх пролистать, то есть, или вниз пролистать старые видео, то есть заходите на канал и там все смотрите. Или появился такой плейлист, подкаст называется, под названием у меня «Вяжем каждый день», и там последние видео, которые выходили у меня, я старалась собрать их в один подкаст вот этот, то есть там только вот о готовых работах. Ну что ж, давайте приступим, не буду вас сильно задерживать, интриговать. Итак, что у меня здесь за хлам, бардак, короче. Так, вот эту корзиночку пока в сторонку уберу, потому что она быстренько так убирается. А вот эти вот мелкие вещи я сейчас вот разберу и вам буду показывать. У меня здесь вяжутся носочки. Сразу лежат несколько пар спиц, несколько мотков различной пряжи подбираю, у меня счетчик рядов, у меня весы стоят, ну и там еще лежит ручка с тетрадкой. Я это все сразу записываю. Почему? Ну, потому что благодаря одному хорошему комментарию, даже выговорить страшно, значит, по поводу моих носков, которые я обычно вяжу, не обычно вяжу, а как бы вязала жаккардом, ленивым жаккардом. Они у меня такие цветные, аляпистые. Сами в курсе, какие у меня носки. Кому интересно, тоже можно зайти в плейлист, посмотреть носки. Вот. Я носки вяжу в основном от мыска. От мыска вверх и до резинки. Ну, так мне было удобно, как бы я как вот руку набила, так я и вяжу. Но тут появился один хороший комментарий. Одна, значит, тетечка мне написала на таком ломаном русском языке: если ты не умеешь вязать, не надо показывать свою ерунду. Что это за носки, с ними только коров доить. Спасибо.
Я думаю, что коровы очень обрадуются, когда в таких красивых и шикарных носках зайдем в коровник и будем доить корову. Корова от изумления, наверное, рот откроет. Вот. Знаете, называется и смех, и грех, с одной стороны, да? Но если вам не нравятся такие носки, аляпистые, с разными жаккардами, цветные, разноцветные. Ну, не вяжите, не смотрите, вас же никто не заставляет это делать, да, но ладно, я понимаю, вы выразили свою эмоцию, я не против этого. Но знаете, и тут мне что-то этот комментарий, я, в общем, так посмеялась, посмеялась про себя, думаю, ну ладно, всякие люди бывают, да, не каждому же будешь доказывать и объяснять, что я умею вязать и от резинки, и с пом... а, там еще клин подъема у вас нету, они у вас какие-то, значит, не по ноге, да вы посмотрите других девочек, как они вяжут, там, других мастериц, как они вяжут, как у них все точно, там, ну, короче, слишком долго рассказывать. Ну, в общем, вы меня поняли, да? Поэтому я говорю, я же не буду тут доказывать кому-то чего-то, что я умею вязать носки и от резинки. И умею вязать не только жаккардом, но я могу вязать и без жаккарда. Я умею вязать и просто лицевой гладью эти носки и все. Просто, может быть, я отвечу еще этой писательнице, как говорится. На цвет и на вкус и цвет товарища нет. Понимаете? Мне интересно собирать различные остатки пряжи, комбинировать, придумывать из них какие-то узоры, сочетания. Да, носки мне нравятся, аляпистые, разноцветные, но мне нравятся эти носки, понимаете? И многим комментаторам моим тоже нравятся, потому что они пишут, какие у вас красивые, замечательные носки. Но, может быть, они их не вяжут таким образом, как и я, но во всяком случае людям нравятся. А если кому-то не понравилось, он просто молча прошел и все. Но поймите меня правильно, я не обиделась на ваш комментарий. Вот, просто меня этот комментарий подтолкнул на то, чтобы вязать носки. И я вам за это благодарна. Понимаете? Поэтому, что нас, говорит, не убивает, то делает нас сильнее. И вот мои носки от резинки с клином подъема. Я вот здесь вот на темном не видно, да, тут, ну, вот тоже клинышек подъема есть, вот клин. Закрытие ленточным способом с помощью иглы. Господи, все это мы моем. Понимаете, мы это все умеем, мы это все делаем. Просто от мыска мне вязать как-то было проще, удобнее, и я не заморачивалась, чтобы вязать от резинки. Хотя тоже мы и от резинки вяжем, и все это делаем. И вот тут вот у меня уже еще одна пара есть. Поэтому тут еще пошла такая пьянка, как говорится. Я начала разбирать вот эти вот остатки мериноса, которые у меня были, моточки, и я их как-то благополучно засунула в проектную сумку. Ну, вот такая вот есть у меня сумка. И тут у меня вот лежат вот эти вот пряжа, вот это вот меринос пряжа, там еще какая-то лежит. Вот такие вот сумки я когда-то вязала себе. Вот кто-то шьет, кто-то покупает, а я вот такие сумки себе проектные вяжу. Так вот, давай благополучно это все перематывать, сматывать, миксовать какие-то там цвета, остатки и все это, короче, приводить в божеский вид. Это у меня уже не первая намотка, еще до этого я тут не один день как-то тоже все перематывала, все складывала в одну кучу. И потом думаю, так, ну-ка давай-ка я кое-что свяжу носки. Потому что вот этот комментарий с головы не выходит, он у меня засел глубоко
запал глубоко в душу, думаю, так, ну-ка давай-ка, Бармова, вспомним, как это было, когда-то мы это тоже вязали от резинки, то есть я тоже начинала когда-то вязать носки от резинки, то есть от мыска я вязать не училась, я вязала носки на заре своей вязальной жизни именно от резинки сверху. Это уже потом все изучив, переиграв, там это начала вязать от мыска. Так вот, для чего нужны пару маркеров, счетчик рядов и весы. Весы нужны для того, чтобы просто взвешивать остатки пряжи. Допустим, вот у меня был такой моточек, я должна была знать, сколько у меня здесь грамм. У меня здесь в этом моточке было 30 грамм. И чтобы этот моточек поделить на два носочка, я должна была его просто взвесить, чтобы знать, сколько у меня осталось. 30 грамм у меня было в моточке, я тут весы у меня рядом, я взвесила 30 грамм, я начала вязать, допустим, вот этот носок. Вяжу носок и взвешиваю остаток пряжи. Так, остаток пряжи у меня там остался 16 или 15 грамм. Все, стоп, я тормознулась и взяла другую пряжу и довязала мысок. Здесь мысок немножко угольный, треугольный. Я уже не стала тут с помощью иглы закрывать. Слишком муторно для меня. Я вообще такой человек, мне бы чтобы побыстрее и попроще. Ну, треугольный получился, ну ничего, оденет, выровняется, будет такой же. Ну, просто здесь, ну, короче, девочки. Так вот, для чего счетчик рядов сразу, да, вот нашла свои счетчики, у меня два таких счетчика, нашла счетчик рядов, потому что я понимаю, что если я буду просто лицевой гладью вязать, мне обязательно надо фиксировать количество рядов. То есть, допустим, повесить маркер и потом, провязав определенное количество рядов, и вот это вот считать, это напрягать глаза, отвлекаться и тому подобное. Лучше одел счетчик рядов, вяжешь и вовремя, главное, нажимать на кнопочку, чтобы не пропустить ряд. И при этом ручка и листочек, чтобы записывать. Вот, что у меня первая пара вышла. Я даже ее сняла на камеру и загрузила вам на канал. Я понимаю, что пряжа темная, это такой темно-темно-синий, там плохо видно, но я там все рассказываю, как я вяжу. То есть специально для того комментатора, который мне написал, что типа это вы не умеете. Вот специально для вас это видео. Я, конечно, не стала там углубляться, для кого именно. Просто носочки простые, детские классические носки маленького размера. Вот, видите? Вот такой носок получился. Лицевая гладь, спицы 2,5. Метраж 400 метров на 100 грамм. Да, ну здесь просто разбавила чуть-чуть резинку, чтобы уж совсем темный носок не был. Ну, детский носок, потому что ну, слишком большой неохота было вязать. Думаю, начну с малого. Сколько провязывала рядов, сразу записывала, чтобы было все одинаково. Здесь вот клинышек подъема, как обычно, ну вот как мы вяжем, ну, как обычно надо вязать, да, пяточка треугольная, все это я рассказала, если не видно, я рассказала в видео, как я его связала. Носок получился вот как раз по фигуре, как вы говорите, у меня они бесформенные носки. Ну вот, пожалуйста, носок по фигуре, пожалуйста. Он постиранный. Кстати, у меня нету блокаторов для носков. Никаких, ни больших, ни маленьких. Ну, они мне как-то, знаете, без нужды были, как бы. Я их и не покупала. Я пыталась что-то там сделать, такие, ну, самоделочные. Ну, что-то ерунда какая-то. Я, в общем, забросила это дело. Это просто постиранный носок. Но, правда, я его вот так вот постирала, разложила на поверхность, положила снизу полотенце и разложила эти носки. Они у меня высохли вот таким образом. То есть, видите, как видите, здесь фигура есть, носка, все есть. Я его на блокатор не одевала. Вот
Клянусь, зуб даю. Да вы знаете, что у меня блокаторов для носков и нету. Потому что если бы были у меня блокаторы, те, кто меня постоянно смотрит, вы бы видели их и сказали бы: Верка, ты врешь, у тебя блокаторы есть. Нет у меня блокаторов для носков. Поэтому вот все по фигуре. Вот, пожалуйста, вам. Так, ладно, все, этот носок у меня связан. Потом, значит, вот этот носочек, носочки эти довязала. И думаю, так, чуть-чуть побольше размером. То есть, допустим, если это на одну спицу 12 петель было набрано, то количество здесь рядов на поголенок и на длину стопы, значит, одно. А вот этот вот чуть-чуть поболее. Здесь уже, значит, здесь 12, 48, 4. Здесь у меня 52 петли. Ну, чуть-чуть поболее. Значит, и рядов чуть-чуть побольше. Клин подъема точно так же на 8 петель, как вот здесь вот на этом носке. Тоже 8. Вот. Ну и, правда, длина подошвы чуть-чуть подлиннее. Вот такой вот носок, пожалуйста. Вот клин подъема вам. Вот второй носок у меня вяжется. Тут у меня просто вот заканчивается моточек. Я как-то остановилась, потому что я закончила вязать здесь клин подъема. Вот этот клинышек вывязывать закончила. И теперь мне надо вязать вверх. Вот эту вот длину стопы, вот эту вот, да, до мыска. И я так думаю, так, сейчас я пока это остановлюсь, я найду, где у меня моток, чтобы посреди вязания мне не срываться и не искать, где у меня второй моток, чтобы сразу его присоединить. Поэтому я остановилась, нашла вот такой же перемот, ну, одинаковый, в общем, намотка вот эта вот была, смесовка, как говорится. И, в общем, потом это все сразу присоединю и буду дальше вязать. Тут мне надо в длину связать 34 ряда. У меня все записано, все зафиксировано. Обычно я этого не делаю, но благодаря вам, дорогой комментатор или дорогая комментатор, у меня сейчас все четко. Я все записываю, сколько рядов провязала, сколько мне надо сделать, сколько убавок, сколько прибавок. Ну, прям вот если бы не вы, я бы, наверное, не знала, что мне делать. Так, вот этот носок у меня в процессе тут работает на часок. Ну, и вот этот вот носочек тоже у меня. Пока я вот этот отложила, еще вечером, знаете, немножко темновато, он темный, темная пряжа, и вечером вязать как-то темновато. А вот этот носочек, вот нашелся, говорю, вот этот клубок, я там рылась у себя в клубках, и вот нашелся. Вот эта пряжа, знаете, какая, если это меринос, я вам сказала, это у меня Lana Gold 800, я его в две нити. Да, ее, вернее, в две нити. Вот тут вот уже вторая пара набрана. Вот резиночка. Вот. Это пряжа Нака. Нака Marvel Petite. Это 50-граммовые мотки. Там где-то около 160 метров, по-моему, на 50 грамм. Шерсть с акрилом. 50 на 50, по-моему. Если я точно помню. Я когда-то покупала, у меня вот этот, и вот такой моточек у меня валяется. Я его, в общем, сказала, что я его взвесила 30 грамм. Вот эти маленькие носочки у меня весят 36 граммов. Вот эти вот. 36. Так, думаю, ага, вот это 36, вот это 30 грамм, мы его поделим пополам, и остальное будет добавка именно вот с этой Lana Gold 800. Вот так вот. Здесь вот в одну нить, но она чуть-чуть толще, чем Lana Gold 800, ну как по плотности, но когда вяжешь на, как сказать, на спицу, она как-то не очень заметна, честно говоря. В общем, вот, этот носочек тоже у меня связался. Здесь тоже я записывала, сколько чего и как. Вообще-то надо было, наверное, когда я вязала носки, надо было вот это, конечно, снимать мастер-класс, но мне как-то, я вообще не думала о том, что я буду снимать какой-то мастер-класс.
по носкам. Ну, вот эти вот. Это просто было спонтанно. Ну, в общем, вы меня поняли. Там плохо видно, я это сама прекрасно понимаю. Там черная пряжа, темная. Ну, ладно. Здесь тоже можно было бы, конечно, это все снять. Но, знаете, ну, такие классические носки, простые классические носки. Их валом на YouTube можно везде найти. Лично мое пояснение, по-моему, этого не даст ничего интересного, просто если только по размерам. По размерам я, наверное, вам потом скажу, когда довяжу второй носок, я его постираю тоже, да, как бы придам ему форму. Ну и сейчас, по-моему, форму видно, что он вот такой. Но здесь вот чуть-чуть пошире. Здесь пряжа все-таки отличается по толщине, и он такой кажется толстенький. Но это для ребенка 3 года, там 4 года, я так думаю, что нам нашему Маське пойдет. У него нога длинная, носки одевать он не любит, поэтому носки надо, чтобы были пошире. Ну, чтоб раз вот так, и потом в резиновые сапоги. Он у нас очень любит резиновые сапоги и бегать по лужам. Вот. Ну, если не мастику, найдется куда применить. В общем, вот это вот у меня носочек есть, вот этот у меня довязывается, эта пара у меня готовая. Будут ли еще носки? Наверное, скорее всего, будут. Правда, из какой пряжи, не знаю, какие. Не знаю, но, скорее всего, будут. А может быть, и не будут. Может, я перегорю этим и больше не буду вязать пока. Но вообще-то носки все равно, по идее, нужны. Как говорится, зима не за горами. Кто его знает? Готовиться надо. Так, ну давайте теперь перейдем к другому. Хорошо? Так, к другому. Что у меня другое? Значит, после того, как я закончила вязать чайку свою, вот, я, честно говоря, говорила, да, о том, что я ее немножко с трудом вязала, довязывала, но там только благодаря тому, что там пряжа букле, и было тяжело вязать на спицах. Ну, ладно, не в этом дело. В общем, я эту буклешку довязала. Так, потом думаю, так, надо что-то еще вязать. А вот эту свою, свой джемпер, каким регланом-то тут, нет, это ленивый реглан. Ленивый реглан. Я тоже повязала чуть-чуть, вот совсем немножечко повязала, совсем чуть-чуть. Как-то, ай, думаю, успею я тебя довязать. Успею я тебя довязать. Еще вяжешь, она жаркая такая. Знаете, сейчас жара у нас такая, да? Да не только у нас, вообще везде жарко. Лето. Начинается сезон. Я думаю, ладно, повяжу я тебе, потом еще успею довязать. В общем, я его практически не трогала. И так, опять же, после того, как это все рылось, перематывала, пересматривала, вот нашлась вот эта у меня бобина. Ну, эта бобина у меня уже давненько. Сколько здесь было в начале грамм? 460 грамм было. Я из этой пряжи как-то вязала позапрошлом году, что ли, вязала маечку, такую летнюю. Это, значит, так, как бы вам вот так показать, наверное, это вискоза с хлопковой бумагой. Ну, это такая вот, если там вот перевести, это я точно знаю. Здесь у меня оставалось 200 грамм, 220 с чем-то. Ну, я так конус откинула, 220 грамм, так примерно, ну, примерно где-то грамм 200. И думаю, так, надо мне, наверное, ее связать, что ли. Ну, как бы, что она у меня бедная. Она, знаете, еще, когда лежала, она вся-вся у меня запуталась, распустилась. Хотя она была в пакете, но когда пакеты переставляешь туда-сюда, и она сильно скользкая, и у меня она такая стала безобразная. Я ее давай перематывать, разматывать, распутывать. И думаю, так, нет, так дело не пойдет. Если я ее сейчас опять засуну, она у меня опять все перемотается, все это. И потом я уже размотать не смогу, я ее просто выкину. Она, знаете, вот
скользкая, она вот прям вот несколько вот этих вот оборотов, она просто вот так вот слезла. Ну, как-то, видать, неаккуратно я это. Не, она у меня так и пришлось, мне это все вручную, я, наверное, часа 2,5 я разматывала. И поэтому я решила из нее связать. Что вязать? Так, она у меня вот на такой этой подставке, чтобы не запутывала, не распутывалась. Ну а что вязать? Ну, конечно, летнюю футболку, что же еще можно придумать из этой пряжи? Конечно, летнюю футболку. Но я понимала, что 200 грамм мне не хватит, это по-любому не хватит 200 грамм. А чтобы такого добавить, чтобы разбавить ее, да? Вот чтобы такое разбавить. В общем, нашлось у меня еще один моточек Ализе Silk Effect. Вот это Дива, Ализе Дива. И пол моточка вот этой вот серенькой пряжи. Тоже это Ализе Дива. Silk Effect. Вот. Вы не смотрите, что она вот такая вот розовая, да, вот такая какая-то дырявая, корявая. И этот, она потом все расправится. Я знаю, потому что я уже вязала из этой пряжи маечку, поэтому я знаю, что она все это потом, ну, на место встанет. Но если не встанет, ладно. Что теперь? Нет, ну должна встать на место, потому что я это. Так вот, значит, в последнем видео вязальном влоге я показывала, что я начала там уже вязать, что у меня там было набрано, связано определенное количество рядов. Здесь я уже довязала, значит, такой же реглан погон на 6 петель, правда, что-то хотела на 5, получилось на 6. Ну и бог с ним, ничего страшного. На 6 петель реглан погон, спущенное плечо. Да, вот так вот. В общем, точно такая же майка, как летний день. Или там вот светло-серая у меня, которая, да, в полоску тоже у меня. Вот точно такой же техники. Честно говоря, знаете, мне понравилась вот эта техника вязания футболок, спущенное плечо с такими как бы рукавчиками. Ну, во-первых, особых расчетов нету здесь. Вот если, допустим, кто-то собирается вязать вот по этой технике, да, спущенное плечо, вот реглан погон там на 3, 5, 6 петель, то вот здесь только надо длину своего спущенного плеча знать и длину проймы. Вот. Ну, естественно, там горловину посчитать, да, какую там взять горловину, сколько там набрать. Но я взяла по своим старым записям, также набрала вот эти 180 петель. Правда, вот этой Ализе Silk Effect. Потом думаю, так, если немножко растянется, ну, потом вот здесь вот так вот приберу, потому что эта пряжа-то тянется, Silk Effect. Ну, потом вот так, думаю, приберу чуть-чуть. Вот так вот зацеплю, ну, ничего страшного не будет. Что я? В общем, так. Думаю, и как раз вот эти вот остатки уйдут белые, и вот этот серенький моточек уйдет. И я уже здесь довязала, в общем, и рукав. Вот здесь даже, потому что он мне широкий. На 180 петель горловина, плюс идут прибавки в каждом ряду по, как его, по погону. Здесь около 300 с чем-то петель, под 360 петель точно. По кругу здесь было 360 петель, когда я закончила прибавки реглан делать и разделила на перед и спинку, чтобы вязать вот это отдельно. Здесь у меня было 180 петель на одной стороне. Это точно я знаю. Значит, 360. Потом, когда я заканчивала, ну, вот эту пройму, я здесь сделала небольшие убавки в области рукава, чтобы вот так вот выделить его. Потом соединила в круг, ну, вторую часть тоже довязала, соединила в круг и пошла вниз. Экономлю, конечно, пряжу эту розовую, вот эту вот уже рукавчики сразу обвязала силк эффектом, чтобы,
потом уже сколько останется, столько останется. Здесь тоже уже полоски, вот здесь вот такая узенькая полоска, потом чуть пошире, и вот здесь вот широкая полоса. Ну, по два ряда прибавляла, а теперь вот сколько мне здесь длина надо, где-то примерно сантиметров 35, наверное, 40. Не знаю, буду вязать, наверное, просто вниз розовой. Сколько здесь осталось? В общем, надо еще как-то подумать, посмотреть, что из этого выйдет. Добавлять мне сюда, не добавлять еще полосочку. Надо будет посмотреть. Ну, в общем, вот такое вот у меня сейчас безобразие. Ну, вот оно такое безобразие, да, ну вот такая вот она безобразие. Но она потом постирается, она потом вот так вытянется вся. Я уже знаю это. Мы плавали, знаем, с этой бобиной. Вот. Вот такие вот у меня делишки здесь. Я еще пыталась кое-что придумать себе. Так, сейчас я найду эти образцы, которые вязала. Одну минутку. Так. В общем, занималась перемотками. Один день там или два дня я занималась тем, что я перематывала свои бобины. Ну, думаю, так, подготовлю к чему-нибудь, подготовка к каким-нибудь проектам. Ну, думаю, пускай они у меня будут готовые. Такой вот желтый красивый цвет. Ну, здесь много уже намотано. Я, в общем, так усердно все это. Ну, нравилось мне перематывать. А потом, с другой стороны, думаю, так, ну, пускай будет готовый. Если что-то клюнет, так зато у меня будет готовая уже пряжа намотанная. Да, вот это тоже проектный мешок. Это у меня все тут лежит. Это, значит, пряжа тоже бобинная. Ну, понятное дело. Так, пошуршим в пакете. Это из последних закупок. Вот этих вот. 5-рублевка. Это бордо. Здесь у меня 700 грамм было на бобине. Ну, вот я вот тут вот две бобины намотала. Или два мотка. Две таблетки, два кубика, как сказать, два моточка. Не знаю, как это выразится. Намотала. Там есть у меня еще кое-где. Ну, ладно, не все вам не буду показывать. Вот такая вот есть еще намотка. И думала так, ну, чтобы с нее придумать. Цвет очень красивый, бордо. Даже он такой, я не знаю, как вам показывает. Интересно, не показывает цвет. Ну, бордовый такой. Он и не темный, и не яркий. Не, как вот вино бордо. Не, на Кагор не похоже, но если так вот. Ну, в общем, цвет красивый. Так, думала, может быть, что-нибудь такое сбацать, придумать каким-нибудь жаккардом. Ну, как сказать, есть же такие там свитера жаккардом, типа лапопейсы. Ну, вот так примерно накинула. Белого у меня нету. Есть вот такая вот. Но она не белая, она такая дает желтизну. Я думала, постирается, и тогда как бы она побелее будет. Но ничего подобного. Белее она не стала. Она как была желтая. Так желтая и осталась. Не села, не распушилась, не забилась. Короче, ничего с ней не сделалось. Потом я думаю, так, может быть, связать этой бордо просто какой-нибудь узор. Вот. Ну, здесь вот у меня во сколько сложений? 6. Вот в 6 нитей. Вот, прикиньте. Вот в 6 нитей. Тоже не забилась, не распушилась, ничего с ней не сделалось. Такое ощущение, что здесь чистый акрил. А давайте возьмем зажигалку и проверим, а? Ну, так как я покупала эти бобины, как говорится, как кота в мешке, потому что не было на них никаких маркировок, но я что-то как-то сразу не подумала о том, чтобы проверить, а что там вообще.
Давайте проверим, если чистая синтетика скрутится, если полусинтетика, все равно должен быть какой-то запах, ну и тому подобное. Ой! Он чисто скрутился. Но вообще-то шерстью пахнет чуть-чуть. И вот пепел такой, да? Нет, но все-таки это полушерсть. Все-таки полушерсть. Есть акрил, есть синтетика, потому что он вот такой вот, есть такой комочек. Но вообще-то он, сейчас еще раз, вообще-то он, да, горит здорово. Быстро горит, как ХБшка. Но есть и вот такой вот налет. В общем, не чистая эта шерсть. Это шерсть с акрилом. Это понятно. Может быть, здесь шерсти какой-нибудь там 30%, остальное акрил. Поэтому можно смело вязать чисто мне по образцу. То есть взять... Я почему взяла спицы большего размера? Я думала, что он сядет. Ну, как постирать его, он сядет. Нифига подобного. Ничего он не сел, не забился, не распушился. Поэтому надо брать спицы, ну, наверное, здесь 3,5, если в 6 нитей вязать. И уже вязать образец, и потом все это, как говорится... А ну-ка, вот это белое что? Вот я нашла, да, занятие вам перед камерой поджигать. Нитки. Вот это вот сгорает. Ой, это вообще ничем не пахнет. По-моему, это как... Что-то нюхаю, нюхаю. Это вообще сгорает как. Вот как вы думаете, что здесь в составе? Похоже на... Хотя вот так вот она как-то между собой. Ну, мне это кажется, тоже акрил. Ну, хлопок, хлопок. Но он, знаете... Три нити, вот видите, еле рвется. Конечно, тяжело, когда нету никаких артикулов, маркировки какой-то. Покупаешь кота в мешке, в общем, называется. Ну, понятное дело, что здесь тоже надо брать 4 нити, вязать образец с тонкими спицами и потом уже от этого все отпрыгивать. Цвет не поменялся. Грязно-желтый, не грязно-белый, вернее, не желтый, а грязно-белый. Ладно, расстройство одно. Вот такими делами я, девчонки, занималась. Пока эти образцы полежат, пока эти бобины намотанные, перемотанные, подождут своего звездного часа. Две недели отпуска. Что будет нового, потом вы узнаете. Так что не скучайте. Отдыхайте, загорайте. Дача, шашлыки, речка. У кого море, у кого озеро. И пивко. Всем пока, до встречи и хороших вам счастливых летних деньков. Всем пока!